Посвящается Владимиру Вишневскому эпиграф. Как в консерватории на перу созвучий, скрипачи заспорили, чьи бандиты круче. Как-то утром в Кнессете два антисемита о своем еврействе спорили сердито. Кто из них еврейский, кто из них кошерней, кто по-галахахистый, кто по-правоверней, хвастались праотцами или праотцами, потрясали в воздухе вялыми концами, вырывали бороды, отрывали пейсы в целях доказательства своего еврейства. И никто в том гомоне услыхать не мог, как на небе плачет наш еврейский Бог. Говорящая водка! Я к вам, профессор, и вот по такому делу. А может им дать еще и ключи от госбанка, где деньги лежат? А еще этот псих мою камеру занял. Голда. Да-да, голда. Шалом, дух-дом, товарищи! Шалом, шалом, шалом!